Привет, мои дорогие, вот и долгожданное видео. Простите, пожалуйста, заболела. Ничего страшного со мной, не волнуйтесь, тут уже все на ушах постояли. Я просто очень не люблю жару, поэтому вечером проехалась в машине с открытыми стеклами. И как закономерное следствие, вы услышали. Вот, поэтому лечение мое уже идет как бы к завершающему состоянию. Вот. Ну или просто конкуренты прокляли, черти поганые. Вот. И не переживайте, все нормально. Если я вдруг останавливаю видео, значит у меня какой-то форс-мажор либо с носом, либо с горлом. Это ничего, нормально все. Выживем. Итак, давайте сейчас, не откладывая дело в долгий ящик, я решила разбить так, чтобы не было совсем скучно и грустно или однообразно. Сейчас я разыграю пятое и четвертое место, соответственно, пятое и четвертое место, соответственно, большого куша. И дальше мы продолжим распаковку и потом будем прерываться, пока в конце не разыграем мальтийский крест от компании Флоренцо. Итак. Правила все те же, как это почему-то многие бились в истерике. Всего лишь надо было оставить комментарий, быть подписанным, поставить лайк и нажать кнопку «Поделиться» и выбрать любую соцсеть. Ко мне, когда обратится победитель, он мне должен представить все. Два скрина. Как делается скрин телефона, многие не знают. Зажимается кнопка блокировки телефона и кнопка уменьшения громкости, вот которая сбоку, одновременно. И это есть скрин с экрана. Если не умеете, возьмите второй телефон, просто сделайте фото. Если тоже не умеете, отловите, пожалуйста, мужа, дочку, сына, невестку, зятя, внука. Вон все знает, что надо сделать. Вот. Ну или соседы, неважно вообще. Тоже я фотографию тоже принимаю. Поэтому не надо было мне слать немножко в Viber или WhatsApp это. Вот. Под видео будет Viber или WhatsApp. Сейчас я одну секунду размахаю своих мужиков. А ну-ка тихо, оба. Они тут просто тоже присутствуют близко. Вот. И, в принципе, я уже все сказала. Дальше начинается самое простое обыденное наше действие. Победитель со мной связывается, предоставляют скрины, и я отправляю. Если это Россия, то все отправлю очень быстро. Если это немножко другие страны, ну, мы с вами договоримся, как и что, какая отправка, немножко просто, чуть-чуть, ну, займет подольше. Итак. Вбита ссылка. Первое, мы разыгрываем большой куш за 5 тысяч подписчиков. Кстати, я уже придумала, что на 10, девчонки, это еще хлеще. Это брошка Луна и Солнце и вот такой зеркальный браслет. Мне, кстати, чем-то дискшар напоминает. Генерируем. И пятое место получает у нас Нигар Нигаева, Мальтийский орден, моя слабость, а подвеска под бирюзу великолепна. Нигар, я прошу вас связаться со мной. Я, конечно, обещаю вам бирюзу и Мальтийский крест, но уж точно, что могу им пообещать, то это солнце с луной и вот такой замечательный браслет. Я отложу в сторону. И сейчас у нас четвертое место. Это вот такой замечательный браслет из перламутра, квадратиков, тонированный зеленый цвет. И вот такая замечательная брошка, маркирована Австрия. И она замечательно отвернулась к нам задницей. Так, делаем следующее. Это я перезагружаю. Ссылка у меня скопирована. Сейчас, одну секундочку. Я просто через камеру делаю. Генерирую. Так, все наше. И победитель данного – это Екатерина Никифорова. Призы очень хорошие, даже не знаю, какой приз хочется больше.
А в распаковке одни листья, ведь осень. Все верно. Простите, я просто читаю еще через школу и еще через другой телефон, поэтому так не очень. Екатерина Никифорова, четвертое место. Это ваш выигрыш с моего канала. Пока мы немножко отпустим азарт, давайте. Тут осталось немного, тут осталось. Смотрите, сейчас покажу. Вот это я уж, вы уж извините, распаковывать не буду каждую бусину. Я вам пакет открою, посмотрим, пошебуршим, потому что, ну, это реально нереально. Так. Давайте, тут какие-то уже остатки сладких. Не знаю, что насколько сладкие, но остатки. Постараюсь сразу выгрызть все более-менее путное. Ух ты. Что-то пряжка, что ли? Более-менее путная. Если что-то не выгребу за первый раз, выгребем за второй раз. Правильно? Правильно. Так, что-то как-то... Больше я вроде ничего не вижу. Но если ты путная, то я крокодил. Ну ладно, оставь. Хрен с ним, я побуду крокодилом, но иди. Ну, здесь много всяких таких ерундовин. Посмотрите, это для скромненьких, и одиноких, и одноухеньких. Ересь какая-то. Так, сейчас я уже выбираю действительно все-все-все. Все-все-все. Так. Мы будем, если что, останавливаться. Я буду дальше продолжать розыгрыш. Вы будете радоваться, зачеркивать циферки в своих билетиках. А, мы другая передача. Вот. И, ой, какая красивая. Смотрите, какая красивая. И она одна. Ангел. Вот, кстати, чем не идея. Сейчас всякой лабудистики полно. Я имею в виду всяких там... Ну, вы поняли. Там... Фурнитура, вот. Красивая, правда? Вообще здоровская. Такая нежность. Я такой, кстати, ангела впервые вижу. Так, ладно, пороемся еще вдруг, если что. Пакет дырявый. Вот я кое-что достала. Мне вот это интересно. А, это серьга. Это еще и серьга. Так, ну что. Жизнь птицы глазами... бижутолога, шучу, глазами ювелира. Ну, так, либо птица жила неинтересно, либо у ювелира как-то не задалось. Ну, чтобы вы понимали. Металл мягкий, прогинается. Обычная. Обычная обычность, и еще вот эти вот зачем-то здесь. Ну, кстати, вы... Вот без этой украшения скво было бы намного бы интереснее, вам не кажется? Было бы даже, мне кажется, постильней. Здесь как бы вот какое-то такое типа кружево. Но вот эти вот, не знаю, мне не нравится. Идем дальше, точнее швыркаем. Так, ну какой-то кусочек чего-то, кусочек было когда-то приклеен на другой кусочек. Я вам объяснила, надеюсь, все понятно. Так, вот это вот... Ну, если это когда-то... Так, давайте посмотрим, где у нее тут вверх, где тут низ. Я не совсем понимаю. Я понимаю, что там что-то насыпано, типа микрожемчуга черных бусин и одной красной. Ага. Вот роковая женщина. Видите лицо? Ты что ж тебе? Я просто стряхнуть хочу, чтобы видно было все, но оно видно уже не стряхивается. И буквы U I. Я не знаю, что это, честно. Здесь вот украшено такой вот черной цепью. Может, когда-то какой-то кулон был, может, подвеска. Если это был когда-то клипсы, то это прям я не позавидую тому человеку. Ухо нафиг свернет. Серьезно.
Так, гематит, которых некоторые боятся за то, что отражается. А есть какая-то маркировка S в овале? Вообще на Турцию похож, что ли? Нет, шучу. И все. Сделано очень добротно. Вот такой широкий подвес. Немножко, видите, специально неровная форма. И, ну, гематиты, они всегда классные. Я их называю застывшей ртутью. Мне нравится этот камень, он очень интересный. Вот это, на этот огонек не обращать внимания, это как раз вот подсветка горит. Это вот такая вот красотища. О! Мой продавец не только листьями славился. Что за нитка-то какая-то? Одну секундочку, извините, мой нос требует уединения. И мы продолжаем. Остановились на брошке, которые мы видели. Так, брошки, которые мы видели, я же не разыграла. Ладно, сейчас я следующее разыграю, как раз третье место. И брошки для следующего видео, которое я забыла, честно. Не обижайтесь, просто и температура, и все-все-все бывает. Человек болеет. Так, опутное что-нибудь есть? Вот мне вот эта сережка понравилась. Была вторая, обносила сама с удовольствием, серьезно. Такая лапочка вообще. Прелесть. Так, что это было синее? Синее. Так, вот эти браслеты. Ну, суть потому, что как неестественно лежит иголка и... Ой, не иголка, какая-то цепочка и искривлена. Но она явно либо в инверсии, или тут магнит. Но так как я не думаю, что Кристофер Нолан делал этот браслет, да я вообще не думаю, что его, кроме как заботливые китайские ручки делали. Маркировок, конечно, нет. Ну, вот такой. И из приятного может быть цепи, когда что-то нужно отмастерить. Все. Отремонтировать. И хороший вот такой клацающий магнитный замок. Это из хорошего. Все. Помялся уже. Это вот такой вот. Вот такой вот. Такой вот. Так, следующее. О, красивая сережка в технике Клуазане. Но готова биться об заклад, что она одна. Ну, не такая, конечно, и хорошая. Просто приклеена вот этот гвоздик. Красивое вообще сочетание цветов. Мне очень даже нравится. Так. Не люблю заставлять людей ждать. Сашенька, пожалуйста, дай мне вот эти две броши, которые мы должны были разыгрывать. Серебряная и золотая. Вот внизу на тебя смотрят. Сейчас мой муж отстегнет броши. Я, к сожалению, действительно, я забыла, не так, что... Ну, как видите, я снимаю с листа никаких. Поэтому, ну... Серебряная внизу на тебя смотрит. И золотая. Выше. Выше, ниже. Извините, отключусь. Это мужчины. Они на него смотрят, но он их не видит. Мужчины. А вот эти две брошки я обещала за то видео. Сейчас, мои хорошие, я их разыграю. У меня уже тут уже и вторая появилась. Вот. Под ткань и золотой листочек. Это небольшой куш, это розыгрыш именно для 69-го видео, которое вы все репостили. Генерируем, и их получает Елена Карлова. Комментариев много, много не оставлю. Выигрыша конкретно себя не верю. Очень понравилась брошь кисть винограда. А, Елена Карлова, зря, что вы в себя не верите. Вы выиграли сразу две брошки от меня. Свяжитесь, пожалуйста, со мной. Так, дальше. Делаем следующее. Так, Саша, у тебя тут вышел eBay. Поэтому, пожалуйста, сделай нам красиво.
Он мне помогает, потому что по моему голосу вы слышите, что я не сильно могу говорить хорошо. Так. Одну секунду. А, одну секунду, я же вам не говорю, что мы разыгрываем-то. Вот, господи, это болезнь не в радость называется. Простите, мои дорогие, относитесь просто к этому философски. Я же не могу каждый раз отключать все. JJ подвеска. Очень-очень редкие эти подвески в отличном состоянии. И вот такая прекрасная брошка. Очень красивые, интересные кристаллы. Вот такими ромбовидные. Вся такая замечательно крученная, крученная, там вся кружевная. И еще плюс к тому, вот у нее есть ее, как и подвеску можно носить. И по-хорош разговаривать. Генерируем. И победитель Надежда Кудрявцева. Мальтийский крест просто супер. Надежда, да я с вами согласна. Давайте еще раз вас покажу. Вот Надежда Кудрявцева. Я с вами согласна, что Мальтийский крест, он суперский. Но вот вам достается две суперские вещи. В принципе, если кому что не нравится и кто-то там отказывается, то я это все переиграю в следующем видео. Вот. Но я думаю, не откажетесь. Едем дальше, едем в темпе. У нас еще два места. И мне вот, если честно, надоело смотреть вот на это. Вот на это просто. Так, из плюсов. Из плюсов я могу выдрать розовые кристаллы. На этом плюсы закончились. А, ну и еще вот, наверное, замок. Как говорится, вот. Это трэш. А, всякие бусинки, давайте я буду складывать туда. Вот такие вот я вижу штучки. А, хорошие, стеклянные. Это стекло, поверьте, я просто свою стучалку где-то оставила. А, на два разъема. Это обычно такие перегородки ставят в браслетах или в ожерельях, когда нужны. Вот эти кристаллы серые, вот эти, соответственно, беленькие. Ой, как мне сережка нравится, народ, посмотрите. Ну это же милота, ну это просто. Кстати, вот тоже красивая. А, под гематит бусины сделаны, но красивая тоже. Простая-простая, а глаз не отвести. Ну, это кто понимает. А дальше. Мне вот это... А, ты брошка. Ты брошка, но ты без иголки, да? А замочка есть. Жалко. Красивая. Такая маль классная. Кстати, есть самый дорогой мальтийский крест, можете загуглить. Он черный эмаль, и вот с кабошонами у него, кабошон у него, господи, жемчужные. Ну, красота невероятная, действительно. Так. Ой, чтобы не наколоться. Это вот по ходу дела, это иголка. А почему-то отскочила. А, она заклеенная. Ее просто, видите, приклеили. Она даже вообще не от этой. Ну да, иголка-то серебряная, а брошка-то золотая. Ну, в общем, как-то вот так. Давайте ее, что ли, так присобачу, что ли. Колоться об нее тоже не очень хочется. Вот. Так. О, это что-то интересное. Ну, что-то интересное, девчонки. Сейчас распутаю. Распутываю. Распутываю. Пока распутываю, думаю, сходить все-таки сегодня на выборы или их все-таки позвать домой. Или вообще не ходить. Посоветуйте мне в комментариях. Потому что чувствую себя слабо, а заражать кого-то мне тоже как-то не очень хочется.
Ковида у меня нет, сразу хочу сказать, а то сейчас начнется дурость. Мазки у меня взяли, я у врача вызывала, там все отрицательно, так что там и положительно-то не может быть. Так, интересное, смотрите. Так называемое битое золото, когда как будто бы по нему, так сказать, специально его мяли, вот посмотрите, этот прием очень любил дом Валентина, почему любил, до сих пор любит, и в Сен-Лоран тоже не брезговал этим приемом, и мастера, скорее всего, ну, знаете, оно слишком хорошее для китайского, я хочу вам сказать. Вот если вот некоторые я достаю, вот, ну, шайза-шайзовна называется, то здесь это вот прям очень хорошее качество. Интересное. То есть вы понимаете, сюда все сосредоточено вниз. Одну секундочку. Глотну водички. Так, глотнула водички, чуть не разнесла комнату. И вот они на таких, посмотрите, закреп, я говорю, слишком хорошее оно для Китая. И со всех сторон оно одинаковое. Обычно они никогда не запариваются с тыльной стороной. Не могу сказать. И слишком замочек не... Я бы не сказала, что он прям совсем недавно сделан. Поэтому интересное. Вот это классное. Вот это интересно. Так, господи, брошка. Это интересно, маркировка или крест на жизни? Как, я вот не очень понимаю. Так, а ты еще и подвеска, если кому мало. Знаете, такой ужастик есть, пила. Я не знаю, каким образом. Но почему-то мне он напоминает вот этот фильм. Я не знаю, абсолютно никаких сопоставлений. Кто-то, наверное, увидит здесь милую мордашку, смайлик, еще что-то. Мне как-то страшно стало вдруг. Так, брошки, колечки, брошки. Так, позолоченная, хорошая брошечка. Сюда вставляются шарфики. И всем счастья. Так. Ой, какая клипса классная. Посмотрите. Еще и работает хорошо. Не маркированная. Классная. Жалко одна. Посмотрите. Золотая с серебряным. Притом золото... Нет, два... Нет, один... Только золотой и серебряный. Я думаю, там еще золотой цвет подразделяется. Вот эти вот штучки драгоценные для многих, кто восстанавливает украшения или еще что-то делает. Это опять-таки перегородки на две штучки. Два разделителя. Так, еще одна брошка, да, уже серебряная. Такая вот, ну такая. Ну такая круглая. Что еще сказать? Вот это... Вообще есть такое у Джоан Риверс колье, который имеет вот такую вот застежку. Серьезно. И там обычно кулон неделька, то есть ты можешь менять. Но я не думаю, что это вот это вот какой-то вот огурец текстильный, а имеет отношение к Джоан Риверс и вообще вот. Я даже не знаю, если что это, что это. Просто деталь, просто чего-то. Так, сережка. А у нас есть такая цепочка с... Вот помните, я вам говорила, цепочка с пластиковыми вот такими черными штучками. И это вот как раз вот от этого теперь. Может, даже есть где-то и вторая. Ну, браслеты, которые бывают в каждом распаковке. Индия и Китай нам их, слава богу, поставила. И вторая, опять-таки, такая же. Но немножко другая здесь. Тут здесь посильнее нарезано, видите? Было, по-моему, два разреза. Замочек здесь тоже у нас магнитный. Маркировок нет как таковых. No name.
Так, а мы сейчас приступим к розыгрышу второго места, перед тем, как окунуться в пакет. И это у нас будет короны от Давида. Фирма Давид, они просто какой-то добрый Давид дал свои короны. Итак, мне принесли генератор, здесь уже забита ссылка, мы генерируем и получаем, что короны Давида уходят. Сейчас тупит мегафон больше не тупит. Алиса Рой, мы все долго ждали этого розыгрыша. Надеюсь, хоть в этот раз повезет. Спасибо за такой прекрасный шанс. Призы очень интересные. Желаю всем удачи. Алиса, вам повезло. Вы выиграли шикарные короны от фирмы Давид в прекрасном состоянии. Это брошь и клипсы. Поэтому прыгайте там у телефона, у экрана, но не забывайте подтверждать все скринами. Это действительно очень шикарный подарок. Я за вас рада. Вы тоже радуетесь. Я думаю, остальные за вас тоже порадуются. И буквально несколько каких-то минут нас отделяет от главного розыгрыша. Я просто вот так вот собираю, чтобы потом не растерять. Мальтийского креста от Флоренцо. Так, девчонки, мальчишки, я не буду это выкладывать по одной простой причине, вот по этой. Так, брошка, колечко серебряное. Но если что-то будет находиться, мы будем это смотреть. Ну, посмотрели, порадовались. Так, это что? Ну, какая-то сережка просто. А, это вот такая вот. Такая. Так, вот, у нас есть две сережки, и у нас есть, тут еще такой вот я остался, застаревший силикон. У нас есть комплект, извините, далеко убрала цепочку с этой штучкой. Поэтому. Так, здесь очень много бусин. Есть красивая сережка. Она одна. И очень-очень много ракушек. Слушайте, я их, наверное, вообще вот разберу все вот в такие вот маленькие лоты. И выставлю вот типа как аукцион на ярмарке мастеров. Как говорится, рукодельницы, если надо, разбирайте, кому не жалко. Потому что у меня этого добра как у... много, короче. Такие вот я часто себе оставляю для... для починки чего-либо, потому что и формы нужны, и оттенок, ну то есть это какие-то подвески. Вот это вот непонятные штуки, наверное, может быть, было какое-то ожерелье, потому что, видите, тоже цепляется. А вот такая то ли серьга, то ли подвеска, то ли, прости господи меня, я не знаю что. Вот очень красивая клипса. То есть вот вы видите, насколько лот не... это Мефодик. Неровный. Ну, так-то она очень старенькая, конечно. Вы видели и кресты от фирмы Ром, и наш русский, там, две русские броши, один из них значок с Гагарином, тоже что-то держало в четырех местах, такое сердечко. И вот еще побольше, по-моему, оно только. Вот такие вот опять штуки, только уже здесь другой розовый, не переливчатый. Вот таких вот много шариков, я их называю этими ежиками блестящими. Очень много вот таких вся. А, это сережка. Сережка красивая тоже. А вот таких вот полукаменьев, получего. Вот тоже. На разбор полетов, как говорится. Камни нужны. А это ерунда. Так, думаю, даже упала. И это что? Маленькая готелька для Барби? Она не открывается. Я думаю, может быть, серьга? И такие вот бусинки. Ну, если так собрать, прям людям нужны, а у меня это тоннами валяется. Ой, кстати, я так выкинула, с этой стороны посмотрела, так себе. А с этой стороны красиво. Правда? Кстати, стеклянная.
А, это у нас серьга тоже такая дутая. А вот это вот у нас такая вот большая черная пластиковая бусина. Ну вот этот вообще трэш. Что еще интересно? Ну вот интересно, больше вот показать уже, к сожалению, и нечего. Сейчас вот. А, вот еще нашла какое-то тоже продолжение. Атрибутики жены Скво. Верный Скво. Вот такая вот сережка. Вот такие красивые бусинки бирюзового цвета падают. Такие, 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 такие. Сейчас покажу, не волнуйтесь. Вот такие разделители, которые мы уже сегодня видели. Вот, смотрите. Кстати, пластиковые. Вот, смотрите, кусочки перламутра. Притом это никакой там не бусинка, это просто реально кусочек перламутра. То есть это очень неоднозначный лот. И хорош, наверное, смотреть на бусины. Давайте мы с вами, тут видите, вот сыпется, прям конкретно сыпется. Так, а давайте перед этим же, чтобы вы не отключились, я вам покажу, что разыграю следующий нашей этой вот такую брошку, то ли смайл, то ли привет из фильмов ужаса. Но я сразу хочу сказать, она в прекрасном состоянии. Это подвеска еще может быть. Это 60-е годы. Вы уже видите по плечикам, которые здесь есть. И вот эту брошку я разыграю в следующем видео среди своих подписчиков. А можно вообще вот так вот играть. Вот один глаз, да, а я вот так вот. Вот. Ладно. В общем, вот это будет следующим призом. А в следующем видео мы посмотрим с вами на шикарные брошки, которых я люблю. А сейчас главное просто фанфара, аплодисменты, корвалол, валидол, любые другие успокаивающие средства, но это его величество Мальтийский крест. Мальтийский крест от компании Флоренза сейчас будет разыгран среди моих подписчиков. И помните, что на 10 тысяч я уже придумала, что вам подарю. Поэтому подписывайтесь, и этим все не ограничится. Итак, я беру в руки телефон и нажимаю «Генерировать». Я генерирую. Большой куш, 69-й выпуск. Нас посмотрели 3371 человек. Комментариев 396. Победитель. Вот так вот. В стилистике моего канала. Молча. Он просто поставил. Она или он, скорее всего, она. Ну, что вам сказать? 4-4-4-3-3-3-4-4-4-3-3-3. Вы выиграли Мальтийский крест. Я вас поздравляю. Свяжитесь, пожалуйста, со мной. Отправьте 2 скрина, и будет вам, наверное, счастье. Мне очень интересно, как вас зовут в жизни. Еще раз показываю, это победитель. У него есть смайл. Смайл тоже засчитывается за комментарий. Но если не будет какого-либо скрина в соцсетях или прочее, то простите. Да, и скрины должны будут сделать не во время, когда видео и шло. Я это тоже обнуляет ваш рейтинг. Так что смотрите. Я объявила это еще неделю назад. Поэтому будьте честны, все получают подарки, какие с моего канала. Ну, не все, но что, как говорится, как, чем богаты. Вот такой вот у нас сегодня был розыгрыш. Вот такие вот у нас подарки. Вот такие у нас победители. Вот такая хрипая Яна. Это вот у нас забытые. Это все падает, австрийское. Вот так вот все это выглядит. Победители, пожалуйста, свяжитесь со мной. Не победители, тоже пишите, высказывайтесь.
Помните, что на 10 тысяч я устрою круче розыгрыш, мне этого не жалко. Вот этого вот смайлиста я подарю в следующем видео. А всем желаю здоровья, терпения и добра. Всем пока-пока. С вами была ваша Яна на диване. Поздравляю вас. Нас больше 5000. Нас орда. Но не подписывайтесь, чего у нас еще. Все, всего доброго. Всех целую. Пока-пока.